статью 44 Устава предлагается внести положение, в котором указываются официальные публикаторы нормативных правовых актов администрации и собрания Балаковского муниципального района. Множеством данного пункта является тот факт, что собрание появится после вступления в силу, конечно, появится официальный публикатор в сети интернет. Собрание сейчас в интернете публикует все свои решения, но де юре они не являются официальным опубликованием. Данный факт не является официальным опубликованием. В связи с тем, что администрация оформлена в качестве СМИ и зарегистрирована сетевое издание, в органах местного самоуправления появилась такая возможность, что значительно облегчит гражданам поиск и ознакомление с принятым нормативным правом актом. При этом обращаю внимание, что федеральный законодатель по-прежнему обязывает органы местного самоуправления опубликовывать свои принятые решения в печатных средствах массовой информации, делать исключение только лишь для объемных табличных и таблиц и схем. В случае, если они будут опубликованы в интернете, тогда пускай не опубликовывать их в печатных средствах массовой информации. В остальном, как я уже сказал, предлагаемые изменения цитируют, точно цитируют нормы федерального закона, как раз перечислили основные из них. Так, с 1 января 2022 года к вопросу местного значения муниципального района отнесено обеспечение мер первичной безопасности, пожарной первичной безопасности границ муниципального района за границей населенных пунктов. В связи с этим органы местного самоуправления выделяются правом создавать муниципальную пожарную охрану. В связи с принятием закона возрождающих отрезвителей органов местного самоуправления является правом оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном и токсическом опьянении. Перечень вопросов местного значения дополняется несколькими полномочиями. Так, это проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направление соответствующих сведений для внесения в единый государственный реестр недвижимости, что в дальнейшем, естественно, скажется на налогообложении и положительно отразится на пополнении бюджета. Также множеством является принятие решения о создании упразднения лесничества, расположенных на землях населенных пунктов населения, установление изменений их границ, утверждение их регламентов, осуществление мероприятий по лесоустройству. Вносятся изменения в правоотношения, регламентирующие публичные слушания. Установленный перечень информации теперь обязательно подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления. Несколько изменений вносятся в связи с вступлением в силу нового закона о муниципальном государственном контроле. Также дополняется перечень оснований досрочного прекращения платы и депутат. В частности, это получение гражданства иностранного государства либо иного документа, подтверждающего право гражданина Российской Федерации на постоянное проживание на территории иностранного государства. Еще одним из ножек является тот факт, что на федеральном уровне установлено обязательство, что контрольно-счетные органы муниципального района теперь в обязательном порядке должны быть юридическим лицом. В связи с этим в дальнейшем собрание предстоит внесение изменений положения о контрольно-счетной палате при создании юридического лица муниципального отдельного учреждения. После принятого решения данное решение подлежит направлению органов